Сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Хасавюрт было проведено рейдовое мероприятие, основной целью которого являлось выявление тонированных пленочных машин. Законодательство предусматривает определенный уровень светопроницаемости, который не должен превышать 70% боковых передних стекол. А на лобовое стекло и вовсе запрещается применять тонировку, поскольку чрезмерное затемнение стекла влияет на видимость и зрение водителей. Некоторые водители даже умудряются клеить пленочные покрытия на лобовое стекло, что ухудшает видимость. Поэтому сегодня вот, кто устраняет на месте, мы их устраняем и отпускаем водителей, как бы предупредив их, а которые не хотят устранить на месте, водители транспортных средств задерживаются на стоянке. Были выявлены автомобили без соответствующих документов и государственных номеров. В последнее время увеличилось число аварий на дорогах, прежде всего, которые связаны с несоблюдением правил дорожного движения и превышение скоростного режима, отмечает инспектор. Но есть и те, кто с пониманием относится к предупреждению и вмиг устраняют причину нарушения. Сотрудники Государственной безопасности дорожного движения также перечислили нарушения пешеходов, в связи с чем могут произойти дорожно-транспортные происшествия. Одними из таких причин являются переход гражданами дороги в несоответствующих местах, невнимательность и несоблюдение других правил, где особо активное движение автомобилей. Алина Хасанбекова, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».